You heard it here first. Bitcoin is going to zero. Zero. When it comes out, zero. Приветствуем, с вами Форб Ньюс. Министерство цифровой трансформации Украины заключило партнерские отношения с организацией Stellar Development Foundation, SDF. Одним из аспектов сотрудничества правительства Украины со Stellar станет развитие инфраструктуры, обеспечивающей обращение национальной цифровой валюты Украины. Кроме того, в соответствии с положениями договора, планируется уделить внимание развитию рынка виртуальных активов, поддержке связанных с ними проектов, а также внедрению и регулированию обращения стейблкоинов на территории Украины. Неоптимизированные под пушап, оптимизированные... Замминистра цифровой трансформации по развитию информационных технологий Александр Барняков сказал, что взаимодействие со Stellar сформирует правовую среду для развития криптовалют в Украине. Президент СДФ Данель Диксон сообщила, что Stellar готова к совместной работе с правительством и другими заинтересованными сторонами для цифровизации гривны и внедрения инструментов на основе Stellar. Компания также готова к реализации новых возможностей партнерства для украинских предприятий в экосистеме Stellar. На сегодня это все. Ставьте лайк этому видео и подписывайтесь на наши соцсети. Все ссылки в описании. До скорых встреч!